В Константиновском дворце идет подготовка к жеребьевке команд чемпионата мира по футболу 2018 года. Сама церемония пройдет завтра, а сегодня стенды российских городов, где состоятся матчи чемпионата, посетили министр спорта Виталий Мутко и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Они пообщались с представителями оргкомитетов городов-участников. Задержался министр и у стенда Сочи. Посетителей он в первую очередь привлекает сувенирами, ракушками с шумом Черного моря и интерактивным гидом по Сочи. Кстати, именно благодаря этому виртуальному гиду министру спорта наглядно показали и рассказали, что одна из фан-зон для болельщиков появится в сочинском морском порту. Вот фан-зон. Вот здесь, да? Вот, да, здесь мы ставим, это стоит экран, он так и остается. Еще здесь ставим большую сцену. Вот здесь. Ну, здесь тысяч на сколько будет? На 10 тысяч. На 10 тысяч. Ну, достаточно. Стенд Сочи пользуется небывалой популярностью среди аккредитованных на жеребьевку многочисленных журналистов, во многом из-за олимпийского прошлого курорта. Но, как заявляют представители города, нас ждет не менее историческое будущее. Город Сочи уже насыщен и удовлетворен Олимпиадой. Но, безусловно, после этого всегда хочется нового настроения, нового ощущения. И все горожане только и ждут и надеются, что у нас в 2017 году произойдет Кубок Конфедерации. В 2018 году мы встретим чемпионат мира по футболу. Этот богатейший опыт, который мы приняли, мы, конечно, хотим донести еще раз до теперь болельщиков футбола. Сегодня стали известны даты, когда пройдут матчи в Сочи. Международная федерация футбола представила календарь чемпионата мира. Четвертьфинальные поединки мирового первенства пройдут в Сочи, Казани, Нижнем Новгороде и Самаре. В Казани и Нижнем Новгороде игры состоятся 6 июля. В Самаре и Сочи – 7 июля. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.